Российские оккупанты вновь сбросили с беспилотника в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51, сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Митрошковский. Были зафиксированы также сбрасывания боеприпасов с химическим веществом в районе Водяного. «Вероятнее всего, это боеприпасы К-51», сказал он в эфире национального телемарафона в среду. В силах обороны подчеркнули, что это далеко не первый случай сбрасывания противником указанного боеприпаса, который скидывается с беспилотных летательных аппаратов. Сказать, что вредит, нет, но все же на некоторое время это дестабилизирует человека, и он не в состоянии вести боевые действия, сказал спикер. Всего противник осуществил 307 обстрелов, из которых запорожское направление 54 раза, донецкое 253. По состоянию на утро враг 35 раз атаковал позиции в районе Авдеевки без поддержки техники. В районе Марьяновки присоединились БТР и БМП. В районе Коровки работали группы пехоты с танками. Все атаки были отбиты. Были нанесены 4 авиаудара, сказал он. По словам Дмитрошковского, враг потерял за сутки около 2 рот личного состава. Был уничтожен его склад боеприпасов и пункт управления.